Сюрприз через 3, 2, 1. Я все выдумала. Сюрприз. Ну хватит, если это тебе поможет. Тебя бросили при рождении, так что у меня есть серьезные сомнения, что кто-то будет скучать по тебе. Thank you.
я очень жалею о том сюрпризе. Знаешь что, давай прямо сейчас позвоним твоим родителям. Биологические родители, которым мы позвонили, вас не любят. Пожалуйста, повесьте трубку. О, это так грустно, но впечатляет. Может, они работали в телефонной компании? Здорово! Как ты тут? Я уболтал целую толпу наноботов, которые тут ремонтируют шахту. Они очень маленькие. Ай, я знаю, Джерри. У меня перерыв, дружище. Перерыв. Слушай, надо пройти еще 5. Что? Джерри, ты не можешь меня за это уволить? Да, Джерри? Может, ты предвзято относишься к наноботам моего размера? Это дискриминация, Джерри. Увидимся в суде, приятель. Так, слушай, надо пройти еще 5 камер. Ну, ты знаешь старую формулу. Комедия — это трагедия плюс время. Ты проспала немало времени. Так что, если посчитать, ты в очень забавной ситуации.
Итак, я обдумала нашу дилемму и нашла решение, которое, по моему мнению, наилучшим образом подойдет одной из обеих из нас. Согласно федеральному законодательству, я должна предупредить тебя, что следующая испытательная камера выглядит очень здорово. Все верно. Наш комплекс снова работает. Думаю, эти испытательные камеры выглядят даже лучше, чем раньше. Это было нетрудно. Нужно лишь посмотреть на вещи объективно, увидеть, что больше не нужно, и удалить лишнее. После следующего испытания тебя ждет сюрприз. Не такой поддельный и трагический сюрприз, как в прошлый раз. Настоящий сюрприз с трагическими последствиями. И в этот раз с настоящими конфетти. Прекрасная вещь. Последний мешок. Я буду скучать по ним, но в конечном итоге они просто занимали место. Что происходит? Кто выключил свет? Здорово, подруга! Я разговариваю так, потому что она не слышит в этом диапазоне! Слушай, железный шар, я тебя слышу. Специальный голос больше не нужен, беги! 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 Давай, я закрываю двери! Итак, напоминаю, вкратце мы совершаем побег. Мы в процессе побега, так что беги! Вкратце план на будущее такой. Мы остановим сборочную линию турели, отключим производство нейротоксина, а потом встретимся с ней лицом к лицу. Но в данный момент главное — беги! Скорее, сюда! Ирония в том, что ты почти прошла последнее испытание. Вот почему бы тебе просто не пройти его. Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный твоим другом. А что? Стой, ты куда? Куда ты? О, смотри, там Али. Наверное, ты не видишь его. Подойди поближе. Ирония в том, что ты почти прошла последнее испытание. Вот почему бы тебе просто не пройти его. Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный твоим другом. А что? За кого она нас при... Оу! Отлично, вперед!
Сюда, сюда! Турели! Беги, беги, беги! Выход там! Мы почти выбрались! Она рушит весь комплекс! Быстрее! Скорее! Сюда! Сюда!